отснимать, сколько влезет. Минут до полной разрядки. Хотя, может, тут не полностью заряжено. Это черешня. Я где-то 3-4 года назад покупал в магазине. Стоило 19 литов, это где-то 17, где-то 7-6 евро. Еще твердые некоторые, на земле помягче. Черешня так мне нравится, что она и вкусная, и сама первая появляется. Например, сперва черешня, потом она быстро созревает, потом идут вишни, и потом сливы. Сливы в конце, когда уже и так полно всяких там кабачков, всего пара наросло как бы уже. Так много дел. А в начале сперва ничего нет. Из новых продуктов. Только если на запасе что-то есть. Такие клены большие растут. Идут дожди, как бы папа говорит, картошка гниет, да и горох погнил. В некоторых местах, где было не плето, и там, где много влаги собиралось. Там кабачки на нем не лежали. Мне кажется, много не протянет камера, потому что не полностью заряжено. Несколько дней она еще так лежала. Это 2 дня, может. Уже видно, что батареи мало осталось. Значит, 5 минут записываю. Эту яблонь, кажется, тоже мы садили, но ее уже так относительно давно садили.
По-моему, тут слишком все очень. Вот вишни тут. Это сливы, они сами тут наросли. Лягушка. Нужно, по-моему, дальше друг от друга садить. Вот там еще яблони растут. Они когда вырастут большие вообще. Я не знаю, как они еще будут друг от друга упираться. Вон наверху сколько сливов много. Если бы их все собрать, тут можно одними сливами насобрать их, и потом всю зиму одни сливы кушать и прожить всю зиму. И осень, и зиму, и весну, и до другого сливочного сезона. И как один одну картошку кушает, варит ее, и больше ничего. Ни масла, ничего. Кто может знает. Вон. Я там 150 или сколько дней так прожил. И похудел. Я думаю, у него здоровье улучшилось, так как перестал кушать там всякие в пакетиках, всякую дрянь с магазинах купленную. Вот наша стройка. Когда тут в детстве ее построили, потом крышу немножко позже, несколько лет назад подремонтировали, и так я где-то уже чуть ли не 20 лет. Это когда нам было по 15, там, по 14 лет, и начали мы ее строить, построили пристройку. Ну, а крышу намного позже потом покрыли заново. Вот так, вот эту еще добавили, раньше не было. Так как вообще нужно было и в том конце поставить, но папа, как все быстрее, как попроще. Там или на лём, по-моему, он не рассчитал. Можно было лучше сделать. Вот тут тётя наша любит все складывать под навесом. Наложила всего. Чтоб дальше не заходило. Сколько? Теперь уже это как бы там всякие инструменты лежат. Тачка. Уже как бы это не наше. Получилось. Дверь завалена.
10 минут уже снимаю. Неспелые, не надо было сорвать, невкусное будет. Вот тут алча растет, вот тут самые вишни нападали, сами деревья выросли. Как-то раньше я садил, мягкая земля была, и поэтому, видимо, тут наросло. Вот повсюду их тут нарастает. Так, если не заниматься никаким мастерством, никаким, по сути, очень мало нужно. Вот эти все склепы, или как они там называются, их вообще-то, по сути, не нужно. Хватает вот этого одного дома тут, чтобы просто переночевать, какие-то инструменты сложить. Все там, мотычку, тяпку, лопаты, картошку там сложить, ну, погреб еще нужен. А вот столько всего там, когда корова нет, сена нет, не надо это. Там, если ничего строить не надо, так там тоже, ну, можно. Там где-то доски может сложить, но если ничего не строишь, то там, по сути, не надо. Можно какой-нибудь такой небольшой сделать с навесиком, чтобы где-то там доски для туалета складывать, если поремонтировать надо или что-то. Как говорят, рубочливый, червивый червяк. Чем это тут держать? Выбросить ее можно. Как тут навалились эти столбы, вот шатаются как.
Вот тут наш папа держит лук, а тут был